Почему юрта имеет круглую форму? Юрта представляет собой жилище круглой формы, которое веками использовалось в Средней Азии. Форма юрты практична и символична, олицетворяя единство семьи, общины и вселенной в культуре Центральной Азии. Круглая форма юрты практична по ряду причин. Во-первых, она более аэродинамична, чем квадратная или прямоугольная конструкция, что делает ее более устойчивой к сильному ветру. Это особенно важно в степных районах Средней Азии, где ветер может быть довольно сильным. Круглая форма также способствует лучшему сохранению тепла, так как в ней нет углов, в которые может попасть холодный воздух. Отсутствие углов также делает юрту более эффективной для обогрева, так как тепло может легче циркулировать по всему пространству. Помимо практической пользы, круглая форма юрты богата символикой. В среднеазиатской культуре круг олицетворяет единство и цикличность жизни. Круглая форма юрты является физическим воплощением этой идеи, создавая ощущение гармонии и равновесия в пространстве. Круглая форма также создает ощущение открытости и инклюзивности, так как нет ни углов, ни стен, разделяющих людей друг от друга. Еще одним важным аспектом формы юрты является ее крыша. Крыша юрты выполнена в виде купола с круглым отверстием наверху, называемым тундук. Тундук служит нескольким целям. Во-первых, это позволяет дыму выходить из юрты, когда горит огонь. Во-вторых, это источник естественного света, что особенно важно во время долгих темных зим в Центральной Азии. Наконец, тундук служит символической связью с небом, напоминая тем, кто находится в юрте, об их связи со Вселенной. Юрта является свидетельством изобретательности и творчества людей, живших в Центральной Азии на протяжении веков, а ее форма и сегодня продолжает вдохновлять и влиять на архитекторов и дизайнеров. Сделано компанией The Nomad Yurts. Посетите нас в Instagram @nomadyurts.